Первая щучка сегодня. Тихо, тихо, тихо ты, подруга. А то смерть твоя настанет незамедлительно. О, повезло, что легко так отцепилась. А то заглотила по самому прямо что-то. Прямо в жабры. Прямо в жабры заглотила. Пойдем домой, родная. Я так тебе брошу. Так брошу не получилось. Нет, я ничего не повредил ей. Весна просто лежала там в жабрах. Даже не порвал ничего. Я просто пошире ее было нарозинуло морду. И это. Ты что, Маруся? Сейчас отдыбается. Ты что в натуре? Кукушка, вали давай. Ну, охренеть. Я говорю, ничего даже не поцарапал и там ничего. Все целое вон. Не покосано. Может, она спит. Уснула. Ну, я в садок ее туда брошу. Брошу в садок, оклемается. Отпустим, чтобы в воде было. Поехали дальше. Поехали дальше. Я кидаю, вот эти, говорю, туда кинул. И сразу запускаю ее. Потому что по-другому здесь травы очень много. И все, и поехал сразу. Она идет там сантиметров 5. Может 10 под поверхностью. Вот тут травку все равно пощипывает. А если тройника нету, дернул, она бывает траву скидывает. Ну, в смысле, ниток нету на тройнике. Видишь, она вот как лепестком даже, видишь, он идет вон. Волну гонит, видишь? Вот. Считаешь, что как поверхностная приманка, да, да? Лучше кидает, чем ультралайт. Травка. Давай через траву протаскиваешь. Она это. Шевельнет рыбу. Вроде как это. Ну, я люблю, когда туда захлестывается. Ненавижу. Кончик нежный, чуть наверняка дрыгнул в лишний раз. Раз перехлестнулась. Вот, анемон ловил там, на яме. Он там туда ушел сразу, потому что у него тут нифига не получалось. Тут же травы много, а у него грубая снасть. Ясно, что сейчас уже жара, трава подросла быстро. И это вообще еще вода прибыла, а вот это вообще не было, считай. Мы тут рыбачили. Видишь, не там заткнулся, так подобрал травку. Что-то подруга не отдыбалась тут. Офигеть. Все, озябло, короче. Шок болевой, наверное. Ведь ничего не повредил. А? Но закатюрилась.
непроголимая, что-то совсем тут. Пойдем сейчас глубже туда. Раз тут все у нас так печально. Ну туда я сейчас покидаю еще. Виталий сказал, тут трава все заросла. Но заросло. Как заброс, так трава сразу. Сразу мочалка. Ура, у нас тут сапожник. Санек у нас тут рыбу поймал. Сейчас мы посмотрим, что он тут. Ну, сувал, ему пойдет. Но травяночка на блесну, на китайскую. Ну все, отцепляй. На. Садок и воду. Сейчас садок тебе принесу. Вот Санек поймал щукана. Сейчас он его там задерет гриву. Так, а сколько все равно тебя тут смотрят тут? Комары задолбали. Тут арханцы эти. Комары нафиг. Провод что-то берешь потом. Угу. Все, сади своего крокодила в воду. А то жалуется. Спиннинг плохо кидает. На новый спиннинг такой пупенный. Да зачем ты? Она не утащит. Ну и блесен. Вот тебе китайская блесна твоя за 35 рублей. 39,9 бешеных рублей. О! Ты молодец, Санек. Работала. Так, Виталий, когда твоя очередь? Молодец! Молодец! Все. Пошли дальше рыбу ловить. Саньки. Пошли. Сейчас Виталий на очередь ловить рыбу. Саньки поймали. Помочь ему крокодилу. Вот. Ну а говоришь, плохо кидает, вот тебе и на, плохо кидает. Ты просто не хотел. Вот и все. Так, зайду подальше. В смысле, поглубже в воду. Маленько, чтобы чуть-чуть дальше заброс был. Опа, а тут ямочка. Хорошо. Ну, поехали. Кто? А что ей не идти-то? Она и будет идти. Если нормальная блесна, она и будет крутиться. А шлепает-то как? Рыба глушишь, наверное, там. Какая-то глухая клюнула. Оглушил сначала ее блесной в воду. Нет, трогай, что-то тяжело так шла. Как будто думал с травой. Комары злые. Злые комары. Что-то прям так блесна заиграла. Как-то как туго так. Хась. Может, проснется щука. Сейчас жабы запоют свою песню. Старая песня о главном. А что-то вода как мутная. Или тут сапогами, наверное, мутили, да? Ну, тоже, смотрю, вроде чистая так-то, но под берегом сапогами, наверное, намесил сам. Ну вот, Санек, теперь ты мне можно домой ехать? Тебе сказали, без рыбы ты домой не возвращаться? Ну, однако есть. Ну, значит, домой попадешь уже, да? Да. А то я хотел тебя тут жить оставить. Пока не наловишь рыбу-то. А жила будет. Ну, так она и шла за этим, за блесной. Что-то не нравилось.
Вот взяла возле берега. Попробовать приманки. О, поменять. Вот только подумаешь, говорю, как, чтобы поменять приманку. Кто-нибудь клюнет. Окушок. Ну, нормальный окунек. Вполне такой. Грамм 80. Тихо. Толстенький такой. Берем. Окуня берем. И в воду. Главное садок потом не забыть. А то будет как на заливном. Пиво искали, да? Замутили, замесили. Непонятно, где что было. Где блесна? Вон блесна. Еще покидаем. Иди сюда. Небольшая, но щучка. Вот такая вот. Такая вот травяночка. Тихо. И уткнулась. Красиво. Вот такая блесна. Мэпс Аглия Лонг. По лунгу это тройка. По-моему. Аглия Лонг. Белая. Села хорошо. Поэтому шансов на сход у нее нету. О, еще и в жабры. Ну, не знаю, как получится тут что. Ну, порвал, не порвал, там непонятно. Смотрим. На жареху пойдет. Шурику. Он шурик таких любит, размер такой. Маленький. О, жабры вырвал. Вон они. Все. Вот такая мелкая щучка. Посмотрим потом, что там будет. Возьмем садок. Пускай сидят там ребятишки. Буянец. Пока буянец, значит живая. Продолжим. Просто обычно хожу, ищу. Точнее, как сказать, два варианта поиска рыбы. Один — ходить, искать рыбу, как бы с перспективой, ну, с хорошей приманкой. А другой — стоя на месте, подбирать приманку, зная, что здесь есть рыба. Я как бы уверен, что здесь рыба есть, ездить навалом. Просто набрать не хочет. И вот это была четвертая, наверное, блесна. Перебираю потихоньку. И вот поклевка. Делая выводы, что в прошлый раз Димой мы тут ловили. Дима ловил здесь на ямке на белую. Так как, говорит, самая большая — то, что подальше забросить можно. Ну, он с такой позиции смотрел. Ну, а я забросить могу хоть куда. Мне снасть позволяет. Вот. Ну, как хоть куда. На свое положенное расстояние. Вот. Поэтому я просто перебираю приманки. Бросил под самую траву практически. Там уже как бы мель такая, переход. Ну тут прогалы, ямки такие, обводы. Как назвать, не знаю. Поэтому будем смотреть, пробовать, что получится. Пока вот что, две щучки. Ну, одна совсем маленькая. Ну, та погибла просто. Шок у нее, и она не смогла выжить. Я ее трес, отпускал, но так и не выбрасывать же ее. Кто-нибудь все равно съест там. Кошки — это коты или шурик. И окушок один такой нормальный. Посмотрим. Может, проснется сейчас утро. Еще часов 8, наверное. Лягушки молчат. Или уже все, свадьба у них кончилась вся.
Блесна так-то большенькая. Травы много. Нарвало травы. Прям поверху плавает. Вот, прям, видать, вот она. Очень много травы. И, если не там в траву уткнешься, то по дороге поймаешь. Вот это и мешает. Как бы рыбалки. Проводки блесны. Смотрим, покидаем, раз на нее поинтересовалась. А вода, кстати, маленько как прибывает, и как кажется, как мутноватая, или вроде чистая, ну, или я тут сапогами намутил, а может, то, что прибывает, мутноватая. Поэтому поставил белую блесну. Лепесток белый такой, хороший, ее видно далеко. Ну и такая крупненькая получается приманка. У нее и звук, соответственно. Блесна же играет, а у нее своя динамика, своя там, амплитуда движения. О, траву под берегом цепанул. Под берегом травку цепанул. Тут мочалка там целая стоит. Коридор, скажем, за ней вполне возможно может стоять хищник. Траву поймал. Сбилась блесна. Да-да, вот она есть трава. Опа. Пойдем прогуляемся по берегу. Так, блесна не забуду, надеюсь. Где поставил. Здесь вот помельче сейчас будет. Берег более пологий. Можно будет зайти подальше. Подальше покидать. Я как бы пройду, потом веерно пробросаю. У меня оброс хороший. Лево-вправо далеко можно взять. Поэтому пойду подальше, зайду. Вот. Достаточно. Посмотрим здесь. Потому что, скажем, даже покидать в то же место, где я сейчас стоял, будет интересно в плане того, что будет проводка под другим углом. Если где-то там стоит рыба, такая, ну, малоактивная, она и есть сегодня малоактивная. Она могла просто не видеть. А под другим углом есть вероятность того, что она заметит эту блесну. Поэтому мы бросаем, да, скажем, где я сейчас стоял, под тем углом, под другим проводка будет сделана. А тут все мелочи важны. Это когда она клюет, там, кидается она. На все, что движется, тогда, конечно, и разницы нету. Ну и выходит на открытое место, и тупо как акула рыщет. Увидела, схватила. Там можно ложку, говорится, с гвоздем. Вот. А пока. Вот трава опять. Вот она мешает трава, здесь травы много. Чего я говорю? Тычок, думал, что-то там. Трава. Трава. Ну, трава сошла, блесна прошла. Ну, бывает, траву шевельнешь, там кто-нибудь стоит, и она со злостью аж атакует. Кто ее потревожил? Травы много. Много травы. О, чистая пришла. Хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо.
Ну давай уже, кто там, кто-нибудь столько травы расшевелил. Ну, трава нету, травы нету. На приманке, на дресине. Еще прогуляемся. Хорошая вещь, хорошее дело, болотные сапоги. Там вообще нет, все-таки вода мутная. Вода мутненькая здесь, да. Там помельче вроде видно, что чистая, а тут мутноватая. Здесь мутноватая. Травинка была. Комары злые. Так. Вот это снимем. Поставим троечку с ниткой. О, что-то столько... А, вот она. Столько блюсин хотел, кстати, не угадал. Какую взять. Вот она, мэп-строечка на латуни с зелеными глазами и с ниткой. Нитку сам делаю. Захотел вот такую и угадал. Прямо так хорошо они ее трескают. И окунь, и щука. Вот. И поводок, струна мне нравится. Ну, пойдем. Она полегче, конечно. Не так будет летать. Но будет все равно. Тут сильно далеко, так как бы и шибко не надо. Травы хватает везде. О, нормально. Там на 5 метров ближе улетело. Красота. О, тычок был. Непонятный. Может, окунек. Ну, тычок был. За нитку щипнул, наверное. Да-да-да. Я же говорю, блесна хорошая, рабочая. Просто рыба сегодня вялая. Совсем неактивная. Там вдали малек прыгает за травой под тем берегом. Но там совсем мелко. Там не провести приманку. Да, что-то у нас сегодня неудачная рыбалка. Вот. Травинку поймал. Пойдем с этим прогуляемся. Сюда. Сбивается сюда. Что там такое? Траву поймал что-то? Да ядрит Мадрид. Сколько можно-то уже, а? Правильно, лепесток залепило. Где он крутиться будет? Собака. Там рыба голодная сидят. Приманку мою ждут, а ты тут траву, блин, балуешься. Опять трава, да ты чё? Вот там как раз и окунь. Кувшинки же вот это вот. Листья от кувшинок.
опять трава. Прямо на траву положил, а сразу лепесток лег и все. Вот дернул вроде, завел. Ну, завел. Завел. Маленький ветерок хоть, а то комары одолели просто.